Добрый день, дорогие друзья! Вот и пришла весна футбольная в Астрахань. Сегодня первый домашний матч играет местный «Волгарь» в рамках МЛБ первенства ФНЛ сезона 2022-23. Гелюзидинов смог мяч отобрать, и что, ускорение Артура, вход в штрафную, остановка, покатил Лесникову, тот остроумно, Ткачук, хороший подход, и первый, пожалуй, опасный, да, уже момент у ворот уфимской команды. Навес, удар, выше ворот летящий. Вновь Погосов головой, Никитин и Косинтуров штрафной, ищет момент для удара, пробил, могло быть опасно, угловой, да. Пятый угловой у ворот астраханцев, ну вот не сказать, чтобы был голевой момент, но довольно опасно. Ну а вот сейчас борьба за мяч, Хамкоев вышел, ну и четко сыграно. Голкипер. Вынесен мяч. Ведерников сходу в своего попадает. В Делькина, к сожалению. А вот сейчас офсайд. Офсайд, да, да. Свисток уже был. Эмоции на трибунах, но это после свистка. Мяч попал в стойку, но понятно, что в статистику ударов он не будет засчитан. И у астраханцев тоже готовится замена. Перехвачен мяч. Никитин начинает атаку. Погосов. Штрафную. Минаев бьет и выручает Смирнов. Это самый опасный момент, наверное, во всей игре. Сейчас Роман Минаев мог вывести Уфу вперед. Все сделал правильно, пробил. И отдадим должное мастерству Олега Смирнова. Он выручил Болгарию в этом эпизоде. Астраханцы сделали 3. Впереди еще концовка. И Липовой! Ну вот ответ астраханцев. Данил Липовой имел отличный шанс вывести «Волгарь» вперед. Аплодирует публика. Обменялись команды колкостями в последние 20 минут этой встречи. Сейчас уже Хамкоев выручил. Вратари, конечно, сегодня пока на первом плане. Астраханцев завел. Отскок! Ткачук сам! Гол! Гол! А Денис Ткачук забивает свой первый гол за «Волгарь». 1-0. Ну и получился все-таки тот момент действительно. Астраханскую команду каким-то образом подтолкнул к более активным действиям. Денис Ткачук с левой. Кладет мяч в нижний угол, находясь в штрафной, отборолся. Ну и, наверное, уже оправдал свой приход в «Волгарь». Кто? Смирнов. Смирнов первый. И на этом, друзья, свисток. «Волгарь» победил Уфу в напряженной игре, где по-разному все могло сложиться и закончиться.